сегодня я, значит, на Карачинском шоссе. Это в районе ВЧ-сервиса. Ну и также еще я нахожусь, ну вот сейчас вот захожу на, скажем так, территорию СГА. Это современная гуманитарная академия, типа того что-то. Тут какой-то есть парк, я поэтому сюда зашел. Я думаю, там, наверное, тупик. Карачинское шоссе 86. Здесь вообще вот какие-то промышленные предприятия, хотя вот там я вижу, уже построили горки. О, интересно, я даже не видел. А это раньше здание было офисом, то есть когда-то моим. Вот, я там когда-то работал вот на складе. Солнечно сегодня, холодно. Сегодня был с утра уже минус 6. Интересно, горки-то работают уже? Я бы даже восходил бы. Это у нас тут дешевая сеть такая в магазинах. Я отдал сейчас тут еще просто вот машину, ВЧ-сервис, на шиномонтаж. И вот пока пользуюсь случаем, вот решил тут поснимать окрестности. Потому что я тут не часто, в принципе, бываю. Какие-то смотрят зло, как-то недовольны. Но я ее даже заснял. Да, снимаю. Да нет, скажем так, вот на канал просто. На ютубовский. Тетенька переполошилась, я ее немножко испугал своими съемками. Тут какой-то магазин. Но, как говорится, если кто-то чего-то там боится, значит, основания тут для этого есть. Значит, что-то нечисто. Хотя я ничего такого не вижу. Да, немного все тут заброшено. Вот там уже территория ВЧ-сервис. Это футбольное поле. Типа какое-то футбольное поле. Не знаю, наш народ в целом всегда всего так опасается. Какой-то лишний от огласки. Я считаю, что это неправильно. И вообще, надо быть как-то оптимистичнее. Ну, территория у этого гуманитарного, академии, гуманитарной. В целом так небольшая. По-моему, я нажал на стабилизатор и кнопочку. Пардон. Так. Сейчас-то вроде должна выровняться. Не выравнивается. Выравнивайся давай. Так,
мы теперь бок. Давай вверх. А, вроде бы нормально. Теперь вроде бы нормально. Надеюсь. А вообще на земле сегодня и не даже. Так, ну как я сказал, эта улица, она в основном так какая-то, что промышленная, в принципе, неинтересная. И она вот упирается уже в конце, в, то есть новый там квартал, вот я как-нибудь отдельно сниму, где улица Алроса и всякие прочие улицы. Это значит новый там квартал, уже домов там немало, но они жилые, это обычные. А вот что за сие здание, я отсюда не вижу, а там забор. Но я думаю, оно, то есть малоинтересное. Какое-то там предприятие. Вот. Это улица Карачинского шоссе. За исключением то есть того, что тут. Ну все, поставили мне резину зимнюю, она за 1500. То есть не установка, ведущая монтаж. С этой самой колоссировкой. Вот такие у меня колесики. У меня на каждом колесе стоят две секретки. Кстати говоря, с 4 болтов у меня две секретки. Плюс я еще диски тут нарисовал. Красочкой, чтобы, скажем так, ну, варюгам было не очень это приятно тырить колесики было, чтобы неприятно.